Всем привет, я Ченлу. Я нахожусь в игре это Мистер Ми 2. Сейчас мы будем проходить побег из тюрьмы через тоннель. Начнем уже, пацаны. Так, найдите тоннель, чтобы сбежать из тюрьмы. Побежали, пацаны. Ну-ка. Так, и напишу тут как своего любимого ютубера, это Робзи. И не только, это еще Дичь Анимейшн. Готово. Побежали, пацаны, проходить через тоннель. Найдите план побега. План побегов и так много. Бежим, пацаны. Ну-ка. Ключ от сарая. А, стоп. А, тут тоже ничего интересного. Бежим, пацаны. Сейчас, пацаны, мы сейчас что-нибудь найдем. Так. Так, ладно. Бежим со всех ног. Так, ну тут, да. Тут, там, интересного тут нет ничего. А ну-ка. Плакат. Найдите ключ от сарая. Стоп, погодите, а где я найду этот ключ от сарая? Тьфу ты, блин, дурачок я. Ну ладно, попытка не пытка, будем как-то искать. Так, тут у нас ключ, но он мне не нужен. Бежим, посмотрим, что тут. А, мы тут были уже. О, нет. Так, ищем тут это. Блин, я не успел взять. Чё? Он даже писал? Что? Он писал? Чё, блядь? Пацаны, вы это тоже видели, но я не успел видеть. Но он реально писал. В смысле, он чё, серьезно? Пипец, пацаны. Я первый раз вижу, чтобы один, один убийца сходил в туалет пописать. По-маленькому. А если бы по-большому, это пипец как было. Я бы заскринил бы это. Так. Кстати, реально, где я его реально найду? Найдите ключ от сарая. Бежим, пацаны, со всех ног. Так, мы тут были. Мы тут были или нет? Странно.
Бежим, пацаны. Сейчас, может, что-нибудь найдем. Ничего, ничего и ничего. Смыть в туалете тоже ничего. Тут только одни надписи «Смыть в туалете». Ну, чтобы привлечь мистера Нита. Я такой ищу выход, но никак не могу найти. Стоп. Мы тут бегали? Мы тут везде бегаем, куда не надо. Мне надо найти ключ от грузовика. Да, тут тоже написано, тут ничего интересного. Пацаны, я не советую я вам туда прыгать даже на призраки. Вы можете на изи разбиться. И у вас будет уже меньше 3 попыток. Я это пробовал, но я капец как и разбился. Так что, пацаны, я не советую я вам это делать. Так, о чем? Нам надо найти там ключица. А я его нигде не могу найти. Заперто тут написано. Чё? А, пипец! Вы это видели? А чё он так часто в туалет ходит? Не вот такой вопрос, реально. А чё он так часто ходит уже в туалет? Блин, не хочу материться. Пипец просто. А давайте мы сейчас это попробуем. Это свою маму. Ну-ка вот, Сьюзен. Ну-ка. Блин, надо было обоих. Капец. А, мы тут уже... Стоп, погодите. Да уж. Так, ключ от сарая. Где мы его найдем? Непонятно. Бежим, бежим. Со всех ног. Стоп. Ящик с личными вещами? Вы издеваетесь? А почему я это раньше не замечал? Мне вот вопрос интересный. Тут тоже я ничего не обнаружил. В смысле? Ящик с личными вещами. Ключ от сарая? Побежали. А вот это вот то самое место, которое нам показывали киплерианцы. Да, мы прошли эту игру. Ну-ка. Поверить не могу, что я наконец-то смогу отсюда выбраться. Помощь бы мне не помешала. Ну-ка.
Короче, ладно, давайте будем на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока!